Привет, друзья! В сегодняшнем видео вы узнаете, кто выиграл в рейтинговой гонке понедельника, новый сериал «Üçkuruş», которого с нетерпением ждали турецкие зрители, или всем хорошо знакомый популярный сериал «Запретный плод». Надо отдать должное режиссерам сериала «Запретный плод» и признать, что они прекрасно справляются со своей работой. Несмотря на то, что сериал часто критикуют за абсурдные сцены и падающие рейтинги, что пятый сезон далек от первых двух, стал скучным без особой динамики, что бы ни говорили, «Запретный плод» продолжает оставаться феноменом телеканала Fox TV. «Запретный плод» каждый раз восстает из пепла и никому не уступает трон. Проект не потерял в рейтингах даже с появлением нового сериала «Üçkuruş», которого турецкие зрители ждали уже несколько месяцев. И вот «Запретный плод» в понедельник вечером снова сумел стать первым во всех номинациях. 1 ноября в понедельник вечером ожидаемая картина «Üçkuruş», снятой компанией «Ayapım» для Show TV, наконец-то встретился со своими зрителями. На сериал «Üçkuruş» были возложены большие надежды. Ожидание от сериала было настолько велико, что все сосредоточились на предстоящих рейтингах вторника. Потеряет ли «Запретный плод» свое место, уступив первенство новому сопернику? И, наконец, когда были объявлены результаты рейтингов, такого никто не ожидал. Признаться честно, друзья, я была уверена, что «Запретный плод» уступит первенство новичку – сериалу «Üçkuruş». Однако «Запретный плод», хорошо обосновавшись на своем троне, не уступил место своему противнику. Что бы ни говорили критики, это огромный успех сериала «Запретный плод». Возможно, секрет успеха кроется в абсурдности его сюжета. Главная актриса сериала Шиваль Сам недавно поделилась этой мыслью с журналистами. Шиваль отметила, что для того, чтобы развлечь публику, они придумывают сюжеты, которых нет в реальной жизни. «Запретный плод» превратился в абсурдную комедию, представив на экран все, что не должно быть в этом мире. В «Запретном плоде» могут происходить события, которые в реальной жизни не кажутся возможными. Теперь это превратилось в развлечение. Это, скорее всего, фантастический мир. 118-й выпуск сериала «Запретный плод» не только занял первое место, но и поднял свой рейтинг каждой категории. Этот рост привел к тому, что сериал «Üçkuruş» остался позади, то есть занял второе место. Таблица за первым местом может измениться в следующий понедельник, 8 ноября, с выходом второй части ожидаемого зрителями сериала «Великий сельджук Альпарслан» с барышом Ардучи Фахрея Эвджен, которая спустя 4 года вернулась на экраны. И что-то мне подсказывает, друзья, что «Запретный плод» в этот раз уступит свое первенство. А как считаете вы? Обязательно поделитесь своим мнением в комментариях. Мне интересно будет почитать ваше мнение. На сегодня все. Спасибо, что смотрите мои видео. Подписывайтесь на канал, поддержите видео лайком. Всем желаю хорошего настроения и до новых встреч!